Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Планируется отремонтировать около 650 участков общей протяженностью более 1000 километров. В Раменском городском округе намечен ремонт 41 объекта. В настоящее время работы проводятся в деревне Захариха по улице Центральная. Здесь запланирован устройство асфальтового покрытия протяженностью 1400 метров, 5640 квадратов. Вот. Покрытие здесь было перемешку там переходного типа. Вот. Сейчас в рамках субсидий делаем нормально асфальтируем дорогу. Угу. А в рамках каких субсидий? Это деньги областные? Это областные, да, бюджет Московской области. Но там софинансирование, соответственно, с городским округом идет. Вот, поэтому такие совместные работы. Угу. То есть, насколько я понимаю, здесь вообще не было никогда асфальта? Здесь нет. Угу. В этой деревне мы пока только заходим. Вот, подъездную дорогу мы сделали. Соответственно, сейчас будем переходить планово по улице. Укладка асфальта проводится силами Раменского ДРСУ. В работе задействовано несколько единиц спецтехники. Сроки, я думаю, за неделю мы справимся, закончим, уже положим асфальт, обочину уже подготовим, положим лежачие полицейские и ДН. На данном этапе мы проводим выравнивающий слой, то есть выравниваем покрытие щебнем. После щебня, естественно, положим асфальт. Угу. На данном этапе у нас присутствует грейдер, самосвалы, 4 штуки, погрузчик обязательно. Порядка 35 километров дорог отремонтируют в этом году в Раменском городском округе. Сергей Григорьев, Ольга Скребина, Андрей Минкин, Раменское телевидение.